Родные души. Много ли их на свете? Как вытащить счастливый тот билет, чтобы родную душу в жизни встретить, блуждающую до сих пор во мгле? Вокруг немало, в общем-то, хороших, не злых, не глупых, но чужих людей. Поговорить неплохо с ними можно, узнать, возможно, кучу новостей. Поесть и выпить, песню спеть дуэтом, потом сплясать. Да, выбор тут большой, но помолчать и все понять при этом возможно только с близкой душой.